Продолжаем. 11.9 норму. Попытка на сундук и все ачивки. Опять надо пройти минимальным количеством персонажей. С этого и начнем. Так, 4 персонажа. Вау, 4 вместо 7 это много. Ой, в смысле мало. А вот сундук. Ух. Ну, это выглядит как 2 уешера. Ледяный подхил. Так, и Ферракея надо, чтобы убил Кириказу. Но это мы можем сделать. О, я могу управлять им. Шикарно, наконец-то. За сундуком, скорее всего, придется идти Бозелю, так как он у меня единственный, кто типа летает. してるのか分かっ。もう私の番？ん？今です。何をしてるのか分かっているのか。計画通り。
Хотя Арис, конечно, целиком и полностью незаменима на подобных боях, где танки бьют сразу много врагов. В случае, если Тиарис у вас нет, бюджетный вариант это София. Ее реген, конечно, слабее, но спасет.何をしてるのか分かっているのか。任せるでござる。 何をしてるのか分かっているのか。 何をしてるのか分かっている。
何をしてるのか分かっているのか。 Эмбуш. Ловушка. Да не пофиг на самом деле. Так, щит на нем все еще есть, тогда пофиг. Заодно дает мне время сходить за сундучком. Так, чуть осторожно, ты мне так ачивку испортишь. Мне надо, чтобы тебя убил Кириказа.任せるでござる。 Того, что ее стражники шевелят, или почему? Непонятно. Ух, не будь мне сейчас Тиарис, я бы, скорее всего, умерла. Единственное, конечно, ее недостаток в том, что у нее нет хороших массовых хилов, частых. У Лианы есть пассивка, которая хилит всех вокруг, каждый ход.
А у Тиарис ничего подобного нет, поэтому поднять Бозеля одновременно со всеми остальными я не могу. Так, она вообще умирает. Ой. Она не собирается умирать, да? Класс. Интеллект такой тупой. Могли бы хотя бы слип накладывать не на одного персонажа, а на несколько. Ух ты, два тики-то. Так. Сон снять все равно нельзя, так что не будем даже пытаться. Ой-ой-ой, как тоненько. Очень-очень тоненько. Так, у меня последний ход на то, чтобы успеть на 5 звезд. Раки 15 тысяч.
Так, на все звезды я не успела, но попробую хотя бы на все ачивки. Больше всего боюсь, единственное, что я сейчас Ланой убью ее просто. А нет, нормально. По глупой ошибке две ачивки вместо трех. Так как мне в любом случае придется перепроходить из-за того, что две звезды. Я думала, получится лучше и красивее, но вот так как есть. Всем удачи!